Всем привет, с вами Джаз Кукинг. Сегодня мы будем готовить котлеты по-домашнему и гречку. Для этого нам понадобится лук, булочка, соль, перец, фарш. Итак, приступим. Для начала лук нужно тщательно порезать на маленькие кусочки. Далее фарш нужно тщательно перемешать с луком и добавить туда размоченную булочку. Далее котлеты поставим в микроволновку на полную мощность на 20 минут. Гречку готовить очень просто. На 1 стакан гречки 2 стакана воды. Ставим микроволновку на 15 минут. Подписывайся и ставь палец вверх.